Аффирмации для мотивации к действиям разработаны и озвучены Еленой Вальяк. Начните день с этих аффирмаций, и вы сможете избавиться от блоков, которые мешают вам предпринимать действия и достигать успеха. Для достижения результата необходимо слушать эту запись каждый день в течение месяца. Думайте о каждом позитивном утверждении как об уже свершившемся факте и постарайтесь испытать соответствующие чувства и эмоции. Представьте, как вы соглашаетесь со всеми этими словами и как вы чувствуете, что для вас все это уже правда. Неважно, будете ли вы внимательно вслушиваться в мои слова или позволите себе отвлекаться на что-то другое. Аффирмации сработают и в том, и в другом случае. И лучше всего они сработают, если, слушая мой голос, вы будете чувствовать себя спокойно и расслабленно. В первой части этой программы я буду обращаться к вам, как бы говоря с вами. Пусть для вас мои слова звучат так, как если бы с вами разговаривал ваш хороший друг, или как если бы вы сами из недалекого будущего рассказывали себе из прошлого о своей новой жизни. Когда вы будете слушать первую часть аффирмации, вы можете обнаружить, что иногда мои слова могут становиться какими-то неразборчивыми, неясными, сплетаться друг с другом. Это так и должно быть. Это специальный эффект, который помогает вашему подсознанию легче и быстрее принять эти позитивные установки. Во второй части те же самые аффирмации я буду произносить от первого лица. И оставлю вам время, чтобы повторять эти слова за мной, если вы этого захотите. Позвольте моим словам звучать у вас в голове, как ваш обычный диалог с собой. И со временем эти установки заменят ваши устаревшие мысли, которые больше не нужны вам. Итак, давайте начнем. Сегодня это сегодня дар. Тебя ждет прекрасный день. Начиная этот день, ты наполняешься любовью и благодарностью. Ты — любовь. Ты — счастье. Ты чувствуешь благодарность за то, что живешь. Ты — покой. Сегодня ты позволяешь всему самому лучшему происходить в твоей жизни. Ты выбираешь быть счастливым человеком. Твои возможности безграничны. Ты выбираешь то, что тебе интересно. И каждый день изучаешь эту сферу ты жизни. Ты ставишь перед собой четкие и понятные у цели. У тебя есть план того, что ты сделаешь сегодня. Ты — человек действия. Ты — уверенный в себе человек. Ты делаешь все, что нужно, чтобы воплотить свой план в жизнь. Ты берешь на себя ответственность за свою тебя жизнь. Тебя везде сопровождает успех. Ты объединяешься со своей внутренней силой. Ты доверяешь своей интуиции. Ты принимаешь мудрые решения. Ты — уникальный человек. Ты даешь себе право быть лучше. Ты — человек, достойный всего самого лучшего. Ты даешь себе то, что тебе нужно. Творец своей жизни. Ты создаешь жизнь своей мечты. Ты отпускаешь все, что мешает тебе двигаться вперед. Ты принимаешь себя таким человеком, какой ты есть. Ты чувствуешь себя в безопасности. Ты уважаешь себя и других людей. Ты — свободный человек. Ты разрешаешь себе в чем-то отличаться от других людей. Ты чувствуешь связь со всем, что есть в этом мире. Ты — достойный человек. Ты любишь все, что в тебе есть. Ты принимаешь все, что есть в других людях. Благополучие. Ты — изобилие. Ты ценишь все, что у тебя есть. Ты — часть большого целого. Ты чувствуешь единство со всем, что есть в этом мире. Вместе с другими людьми ты создаешь наш великолепный мир. Ты уверенно двигаешься в потоке жизни. Ты здесь для того, чтобы расти над собой и становиться лучше. Жизнь поддерживает тебя. Ты — радостное существо и света. Ты — важная и нужная часть этого мира. Ты позволяешь себе быть собой. Твои нужды и потребности важны. Ты принимаешь перемены. Ты позволяешь переменам происходить. Ты — сама жизненная твое сила. Твое здоровье становится все лучше и лучше с каждым ты днем. Ты чувствуешь, как жизненная сила в тебе увеличивается. В день тебе так много жизненной силы, что ты чувствуешь необходимость и действовать. Поэтому каждый день ты делаешь что-то, что приближает тебя к заветной цели. У тебя все получается. Этот мир любит и поддерживает тебя. Ты спокойно реагируешь на критику. Ты отстаиваешь свое мнение. Хорошие события в твоей жизни происходят все чаще и чаще. Ты здесь, чтобы учиться. Ты выбираешь то, как ты будешь жить.
в этот самый момент. То, как ты будешь жить завтра, зависит от твоего выбора в этот момент. Ты жизнь. Ты любишь жить. Ты разрешаешь себе жить, полностью раскрывая весь свой потенциал. Ты разрешаешь себе действовать. Ты разрешаешь себе пробовать разные варианты, чтобы найти лучшее. Ты разрешаешь себе делать ошибки. Если ты совершаешь ошибку, это еще на один шаг приближает тебя. Все, что ты делаешь, это твой опыт. Это твоя сила. У тебя достаточно сил, чтобы прийти к успеху, несмотря ни на какие трудности. Ты человек, достойный успеха. Ты постоянно продвигаешься. Ты наблюдаешь, как в твоей жизни начинают происходить удивительные, прекрасные события. Одни хорошие события в твоей жизни влекут за собой другие хорошие события. Ты веришь в себя. Сегодня ты утверждаешь себя. Ты реализовываешь свой потенциал. Ты с радостью пробуешь новое. Ты отпускаешь страх, неуверенность и сомнения. Ты делаешь первый шаг, несмотря ни на что, потому что знаешь, что твоя цель важна. Сегодня с тобой произойдут самые разные хорошие события. Как ожидаемые, так и неожиданные. Ты благодаришь этот день. Ты благодаришь эти прекрасные возможности. Ты чувствуешь благодарность за свою бесценную жизнь. Вторая часть. Повторяй вслед за моим голосом. Сегодня — это дар. Сегодня меня ждет прекрасный день. Начиная этот день, я наполняюсь любовью и благодарностью. Я — любовь. Я — счастье. Я — свет. Я — покой. Я чувствую благодарность за то, что живу. Сегодня я позволяю всему самому лучшему происходить в моей жизни. Я выбираю быть счастливым человеком. Мои возможности безграничны. Я выбираю то, что мне интересно, и каждый день изучаю эту сферу жизни. Я оставлю перед собой четкие и понятные цели. У меня есть план того, что я сделаю сегодня. Я — человек действия. Я уверенный в себе человек. Я делаю все, что нужно, чтобы воплотить свой план в жизнь. Я беру на себя ответственность за свою жизнь. Меня везде сопровождает успех. Я объединяюсь со своей внутренней силой. Я доверяю своей интуиции. Я принимаю мудрые решения. Я уникальный человек. Я даю себе право быть лучше. Я — человек, достойный всего самого лучшего. Я даю себе то, что мне нужно. Я — творец своей жизни. Я создаю жизнь своей мечты. Я отпускаю все, что мешает мне двигаться вперед. Я принимаю себя таким человеком, какой я есть.
Я чувствую себя в безопасности. Я уважаю себя и других людей. Я свободный человек. Я разрешаю себе в чем-то отличаться от других людей. Я чувствую связь со всем, что есть в этом мире. Я достойный человек. Я люблю все, что во мне есть. Я принимаю все, что есть в других людях. Я благополучие. Я изобилие. Я ценю все, что у меня есть. Я часть большого целого. Я чувствую единство со всем, что есть в этом мире. Вместе с другими людьми я создаю наш великолепный мир. Я уверенно двигаюсь в потоке жизни. Я здесь для того, чтобы расти над собой и становиться лучше. Жизнь поддерживает меня. Я — радостное существо из света. Я — важная и нужная часть этого мира. Я позволяю себе быть собой. Я принимаю перемены. Я позволяю переменам происходить. Я — сама жизненная сила. Мое здоровье становится все лучше и лучше с каждым днем. Я чувствую, как жизненная сила во мне увеличивается день ото дня. Во мне так много жизненной силы, что я чувствую необходимость действовать. И поэтому каждый день я делаю что-то, что приближает меня к заветной цели. У меня все получается. Этот мир любит и поддерживает меня. Я спокойно реагирую на критику. Я отстаиваю свое мнение. Хорошие события в моей жизни происходят все чаще и чаще. Я здесь, чтобы учиться. Я выбираю то, как я буду жить в этот самый момент. То, как я буду жить завтра, зависит от моего выбора в этот момент. Я — жизнь. Я люблю жить. Я разрешаю себе жить, полностью раскрывая весь свой потенциал. Я разрешаю себе действовать. Я разрешаю себе пробовать разные варианты, чтобы найти лучший для себя. Я разрешаю себе делать ошибки.
Если я совершаю ошибку, это еще на один шаг приближает меня к успеху. Все, что я делаю, это мой опыт. Мой опыт — это моя сила. У меня достаточно сил, чтобы прийти к успеху, несмотря ни на какие трудности. Я — человек, достойный успеха. Я постепенно двигаюсь к успеху. Я наблюдаю, как в моей жизни начинают происходить удивительные, прекрасные события. Одни хорошие события в моей жизни влекут за собой другие хорошие события. Я верю в себя. Сегодня я утверждаю себя. Я реализовываю свой потенциал. Я с радостью пробую новое. Я отпускаю страх, неуверенность и сомнения. Я делаю первый шаг, несмотря ни на что, потому что я знаю, что моя цель важна. Сегодня со мной произойдут самые разные хорошие события, как ожидаемые, так и неожиданные. Спасибо за этот день. Спасибо за эти прекрасные возможности. Спасибо за мою бесценную жизнь.